Айда пас выполняет Фирмино. Мяч доходит до него. Садио Мане. Гол Ливерпуля! Гол у него получился что надо. Мастерство он в полной мере продемонстрировал в этой атаке. Не стал расставаться с мячом, иначе бы можно было потерять темп в этой атаке. А так он все сделал самостоятельно и в шикарном стиле отправил мяч в сетку. Мы видим эмоции тренера. Этот гол, конечно, поднял ему настроение. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту.